Встала? Как видишь. Что? Что, ты сама просила проконтролировать? Вот я контролирую. Спасибо. Слушай, мам, а ты здесь с кем? Да так, кто-то из институтских приятелей, наверное. А откуда это? Я тетрадку искала, вот, нашла. Там еще на обратной стороне, вот, Амир. Надо же, даже вообще не помню, кто такой. Слушай, у тебя же сегодня последний экзамен, да? Да. Ой, ну давай. Не пуха. Иди к черту, мам. Я уже там. Поешь? Не хочу. Сама поешь. Да я бы с удовольствием. Но нельзя. Отложение жиров. А что, Толик нащупал жиры и сказал? Лер, ну при чем тут Толик, а? Ну чуть что сразу. Ну вот дался тебе этот Толик, а? Мам, он не мне дался, он тебе дался. Лен. Все, не надо, пока. Подожди, а когда ты будешь? Когда-нибудь буду, не все ли равно? Лер! Что с девочкой происходит? Так, Карина, значит, это у нас азиатские поставки за 4-й квартал. Я все там подписала, снабженцам скажи сходу. Ладно? Ладно. Все. Светлана Александровна, нам арендную плату опять повысили. За наши-то 2 ряда стеллажей теперь на 20 тысяч больше требуют. Угу. Ну это как вообще? Нормально? Нормально. Нормально, ничего страшного. Слава богу, мы можем себе это позволить. Светлана Александровна, а вы куда-то уходите? В ЗАГС. Заявление подавать. Ой, Светлана Александровна. Дурачок, что ли, а? Ну как дитё малое? Ну что, напугал? Не напугал, а приласкал он Светуль. Ой, не надо, тише. Не надо тут ласк твоих этих и Светуль. Все, поехали. Куда это поехали? Забыл. Это еще я забыл, и я помню, сейчас поедем. Я только вот куртку возьму, и все. Давай, давай. И поедем. Ой, Свет, Свет, Свет. Я же это, паспорт забыл. Толь. Шутка. Шутка, шутка, все. Толь, дурацкая шутка. Какая-то матросская.
А вот здесь, если у меня временная регистрация, что писать? Ну, пишите временную. Сколько вы в Петербурге? 4 года. Могли бы за это время уже и постоянную сделать? Да. Мог бы. Но не сделал. Но, с другой стороны, у нас у всех временная. Знаете, родился человек, ну, то есть прибыл. Пожил, глупости наделал, потом убыл, то бишь умер. Ничего постоянного, а? Гражданин, что вы хотите этим сказать? Ничего он не хочет сказать. Балаболит просто. Большой шутник. Ага. А, скажите, так когда это можно будет, эту процедуру всю провернуть? Вы имеете в виду торжественную регистрацию? Да. Только торжественное не обязательно. Да. Так. Ну, раньше 17-го никакого окошка. 17-го? Это что, месяц получается? Ну да. Вы меня, ради бога, извините, если... Ну а если, тогда... Через неделю, среда, только с самого утра, в 9 часов. И без квартета скрипачей. Без квартета? Прекрасно. Без квартета. Ты чё? А? Я думаю, ты бы мог мне цветочки подарить. Всё-таки я первый раз замуж собралась. Ну, права. Мог бы, но не подарил. Прости, дурак. Но платье я себе точно куплю. Вот такое? С розанчиками, рюшечками, да? Ну, один раз в жизни имею право и на розанчики с рюшечками. Нет? Имеешь. Свет, а можно один вопрос? Да. Да. Ты меня любишь? Ну, хоть немножко. Толь, убийственный вопрос. Женский. А почему женский? Не знаю, в твоих устах. Нормальный вопрос. Я что, не человек? Имею право знать. Ну, прости, друг, врать не буду. Свой лимит трогательных чувств я давно израсходовала. Очень давно. Так что у тебя неделя на размышления. Вправе и дёру дать. Не могу. Я размышлять так долго не приучен. Тем более, знаешь, если человек будет целую неделю думать о своей жизни, так он не то что под венец. Он в петлю полезет. Так что все. Раз решили, то давай. Ну что, конец сессии? Конец. Поздравляю. Спасибо. Ну что, поехали ко мне? Ты же говорил, у тебя родители возвращаются. Ну да, ночью прилетели. Представляешь, все нормальные люди. В отпуск за границу едет, а мы наоборот домой. Аж на целый месяц. А мама заметила сразу следы твоего присутствия. Потому что убираться надо. Да ладно, ничего страшного. Даже наоборот. Теперь жажду познакомиться. Знакомились уже. Ну, так это когда было? Теперь уже по-другому. Как-то более близко. Зачем? Как избранница сына. То есть они думают, что ты мой избранник, да? Ну ладно, Лер, не цепляйся. Давай, поехали. Слушай, не сегодня, хорошо? Я просто всю ночь не спала, и я устала. В другой раз. Лер, ну ты вчера не спала, и позавчера не спала. Ну хорошо, я на метро. Ладно, Лер. Хорошо, давай до дома хоть довезу. На, бой голову.
Ну, садись. Вот здесь не хватало. Мам! О, Верка, привет. А мамы нет. Машину у подъезда что, уже убил и расчленил? Нет, пока не успел. Сдерживаю эмоции. Просто я пришел, она в магазин, а потом в банкомат. Ей наличные снять надо. А, тебе понадобились наличные. Так, подожди, ты... А ты чё-то меня сразу в Альфонс-то записываешь, а? А что, это разве не так? Так давай договоримся, себя ведешь как маленький ребенок. У тебя мама молодая, красивая женщина, она имеет право на свою личную жизнь. Слушайте, Толик, вот и живите лично, хорошо? В мою жизнь не вмешивайтесь, пожалуйста. Подожди, а кто это в твою жизнь вмешивается? Ты. Я? Да. Это как? А вот так? Ты вторгаешься и следишь. В смысле, следы оставляешь. Так, Лер, ты что несешь, а? Ну какие следы? Тапочки не носишь и босой ходишь. Лен, ты знаешь, что в доме нет тапок на мою лапу, а так вообще лучше, даже врачи говорят, чтобы ноги дышали. Во-во, твои ноги дышат, а я потом следы от твоих носков по всему дому убираю. И еще ты пользуешься моим мылом, оно раскисает в мыльнице, еще волоски после бритья обратно. Подожди, слушай, руки убери свои. Слушай, получается какая-то бытовая мелочь, ты чего? Слушай, а что здесь есть, кроме бытовухи, а? Полы, потолок, санузел, или ты хочешь сказать, у тебя еще порыв романтический? У меня земные чувства. Значит, договариваться по-хорошему ты не хочешь. С террористами не договариваются. Я думал, ты умнее. Ну куда уж мне до тебя? Да только не будем, как в плохом американском сериале, да? Где между героями все по Фрейду. К Фрейду наша ситуация не имеет никакого отношения, уж поверь мне. Я это на экзаменах сдавала. Для фрейдистского комплекса необходима фигура отца. Как ты видишь, ее у нас нет. Где отец-то? Его здесь нет. Слушай, а серьезно, ты вообще отца-то видела? Кто он, где он? Я понятия не имею, спроси у своей возлюбленной. Да я спрашивал. Молчит, как в танке. Слушайте, идите вы к черту со своими папами, мамами. Верк, ты чего? Лер, ты меня чуть не сшибла. Лер! Лер, стой! Это что такое? Что за демонстрация? Там Анатолий. Ну-ну-ну, и что с того? А ничего, мам. Кроме постороннего дыхания вообще ничего. Ну, извини, придется привыкнуть. Да, через неделю Анатолий станет твоим отчимом. Мы, знаешь, решили с ним официально зарегистрироваться. Сегодня вот заявление подали. В смысле? Ну? Ты что, Анатолий у нас будет жить, спать? За дня в день? Ну да, и, во-первых, и изо дня в день, и из ночи в ночь, и... А что ты предлагаешь мне? Подожди. Чтобы я переехала в его съемную комнату или что? Нет, я тебе ничего не предлагаю. Тебя поздравляю, мам. Спасибо. Отличный выбор просто. Этот твой Анатолий, кстати, меня вот недавно так по-отечески похлопал. Как похлопал? По попе, мам. Ну что ты говоришь, ерунду? Какая у тебя попа? А еще он меня пытался обнять за плечи. Вообще, этот твой Анатолий маньяк озабоченный. Конечно, тебя обнимешь. Ну куда ты? Ну стой! Ну не надо кричать тут на радость соседям! Наверное, сама ходишь по квартире, как в стрип-клубе, и провоцируешь его. Мам, это моя квартира. Я имею право делать все, что захочу. Прекрасно. Твоя квартира. А если серьезно, знаешь что? Я, как и шаг, столько лет на себе эти баулы шматья таскала из Турции, из Китая. Одна, вообще одна, чтобы тебя вырастить, выкормить, жилье какое-то купить. А когда мать решила, да, о себе подумать, пока не поздно, значит, ты истерику устраиваешь. Очень обидно, Лер. Хорошо, я тебя поняла. Слушай, если вот так, то тогда просто нам придется либо разъехаться, либо мне деньги на свою квартиру. Вот так, значит, да? Да, вот так. Ну, хорошо. Спасибо. Хочешь искать? Пожалуйста, Бог в помощь. Только ищи бесплатные варианты. А пока не нашла, будем жить здесь. Втроем, в тесноте, но не в обиде. Слышала? Лера! Совсем от рук отбилась.
Алло, Вань, можешь, короче, подъехать? Нет, к тебе нельзя, я же уже сказала. Вид не товарный. Угу. Хорошо, жду. Только не внутри, а снаружи. Не желает отвечать. А так вот ни с того, ни с сего взяла и все испортила. Просто убила настроение. Реакция у нее острая. Даже слишком. Это не реакция. Это каприз. Причем не детский, а бабий каприз. Демарш сытой собственницы. Вот. Ну, знаешь, их вообще порой бывает даже жалко. Можно только посочувствовать. Кого? Ну, как кого? Молодое подрастающее поколение. Вон, в мире черт что творится, а им надо как-то зацепиться. Причем не в социальных сетях, а в реальной жизни. Это же они у нас в интернете, короли. А в жизни так. Щенята испуганные. Слушай, хватит анализировать, а? Слушай, смотри. Ты кот же Лерка. Вот никуда не делась. По двору болтается. Видишь? Ну и хорошо. Иногда тоже полезно мозги проветривать. Свет. Может, мы того? Ну, отложим или перенесем? Свадьбу? Даже не думай. Да? Ну, хорошо. Я же не думаю. Давай, накладывай. Давай, наливай. Привет. Ну, что ты такая? Какая? Агрессивная. А кажется, в моей ситуации еще не таким станешь. Лена, может, хватит, а? Чего ты вдруг всю неделю сама не своя? Я не знаю, дома достали меня. Приезжай ко мне. Очень смешно. Я и не шучу. А я и не смеюсь. Лер, ну я серьезно хочу, чтобы ты ко мне переехал. Я с родителями уже договорился. Они только за. Зато я против. Лер, ну я же это все, родители, переезд, не просто так. Я же люблю тебя. Слушай, не провоцируй, хорошо? И вообще... Лера, вообще я жениться на тебе хочу. Забудь эту тему, хорошо? Сейчас абсолютно не до этого, Ваня. Ну, как скажешь. Я свое предложение озвучил. Решение за тобой. Хорошо. Ты меня можешь на вокзал подкинуть? Я к бабушке съезжу, в себя приду. Поехали. Это я. Лерка, ты что ли? Ой, как хорошо, я чайник только что поставила. Пить будем. Ты с сушками или с вареньем? Я просто чайку попью. Ну-ка, грейся. Покупают? Лишь бы делом была занята. Ну, что не позвонила? Я бы тебе что-нибудь вкусненького приготовила.
ты никогда ничего не готовишь, у тебя все покупное. Ай, ладно. Ясное дело. На бабку с рекламой я не гожусь. Но пельмени у меня есть, правда, слипшиеся. Сегодня целый день света не было. Ладно, ничего, с голодухи не помрем. Это точно. Лишь бы войны не было. Ну, давай, выкладывай. Чуть ты про бабку-то вспомнила? Просто вспомнила. Да ладно, не сочиняй. Знаю я тебя. Ба, скажи честно, а кто кого бросил? Амир маму или мама Амира? Да понятия я не имею. С дедом твоим покойным отводили Амира. Был грех. Фамилию Амира помнишь, бабуль? Приблизительно. То ли Татанбаев, то ли Актанбаев. Ну, Штубаев это точно. Ты только, Лер, не думай. Он ведь даже ничего не знал, что ты спроектирован. Волокоординат сердца не помогает, бабуль. А мне помогает. Девяносто первый был. Ой, время лучше не вспоминать. А тут дедов проектный институт медным тазом накрыли. Денег никаких, я по трем работам скачу. И тоже не платят. Вот в это самое время Светочка наша драгоценная привела смуглого юношу с пылким взором. Все вокруг валится, а она вдруг: «Нате, здрасте, Новый год». Иногородний аспирант. Да даже иностранный, с Алматы. Ну и? И заволновались мы. Шкурно заволновались. Некрасиво испугались. Ну, а тут дед возьми, да и соври. Светке сказал, что позвонил в Казахстан по своим каналам, что про Амира все узнали, что у него там жена и двое маленьких ребятишек. Прекрасно. Что у него там? Да ничего у него там. Ни жены, ни ребятишек, ничего. Ну, а Светка вспылила, накричала. А он обидчивый оказался. Шарах дверью. Светка-то потом спохватилась. Побежала в аспирантуру. А он оттуда отчислился. Сгоряча и домой уехал. Ты все, мелодраме конец. Лихо вы меня, конечно, на безотцовщину обрекли. Верочка, я тебе еще раз говорю, детка. Не знали мы никто о твоем существовании. А мать знает, что вы ее так обдурили? Не знает. До сих пор не знает. Почему? Да потому что стыдно. Признаться стыдно. Ну, а потом дед скоропостижно. Ты появилась на мои заботы. Квартиру продали, вот халупу эту купила. И как-то закрутилось, все закрутилось. Вроде все забылось. Так и отгородилось. Да что ж не отпускает. Так, сейчас я в скорую позвоню. Да не надо, не первый же раз, Лера. Пройдет. И это все пройдет. Погоди ты. Дед помер. С грехом на душе. И я боюсь. А ты бы поискала отца. Ничего страшного нет, просто невралгия. Хорошо бы, чтобы она приняла сегодня то, что я выписал. Да-да-да, она примет, тут аптека есть на станции круглосуточно. Может, вас подбросить?
Нет, спасибо. Я думаю, огородами будет быстрее. Ну, как знаете. А еще лучше капитальное обследование. Возраст, аритмия, давление. Угу. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Щекот. Слушай, пожалуйста, подожди, ладно, я ничего найти не могу. А что ты ищешь-то? Смысл жизни? Типа того. Слушай, да, у тебя это лучше получается с твоими мозгами системными. Так, ну давай задачу. Короче, нужен мужик. Я уже здесь. Дурака не валяй. Зовут Амир. 100 лет назад жил, судя по всему, в городе Алматы. Ага. Фамилия? Вот с фамилией проблемы. То ли Актанбаев, то ли Татанбаев. Точно неизвестно. Так, сейчас попробуем. Так. Какие-то мутные ссылки. Есть имя Амир. В переводе на русский обозначает повелитель. Ну, надо же. Ты скажи, что за мужик-то? Слушай, тебе не все равно? Ну, вообще-то нет. Ну, просто для поисковика-то уточнить надо, там род занятий. А, род занятий, кстати, там что-то связанное с геологией. Он здесь в аспирантуре учился, тоже 100 лет тому назад. Так, вводим тогда Казахстан, Амир Актанбаев, геология, грузится. Лера, я тут хотел сказать. Я, в общем, моногамист. Ну, то бишь, однолюб. Какой ужас. Ну, ужас, не ужас, но факт. И хотел узнать, как там наше будущее. Ну, мне светит что-нибудь в ближайшем будущем? Мне прямо сейчас отвечать? Ну, я же тебя прямо сейчас люблю. Предлагаю, ну как, руку и сердце. Вань, такой правильный и уютный моногамист, а я стервозная, ветреная и дерганная. Ну, серьезно, нет, что? Ну, вся в маму. У нас с тобой ничего путного не выйдет. Ну, серьезно, ну, кроме дурдома, конечно. Месяц на свадебное путешествие, причем за счет твоих родителей, потому что моя ни шиша не даст. Месяц будем устраиваться. Потом такое начнется. Лучше не начинать. Честно? Честно. Выходит, что не любишь? Насчет любви я еще подумаю. Только быстрее бы. Получилось? Так, сейчас. Это не то, не то. А, вот, смотри. Компания «Геос». Геологической разведки в Средней Азии, Китае и России. Вот какая маленькая компашка, а уже свой президент имеется. Так, вот страничка руководящего состава. Президент. Только не Актанбаев, а Атабаев. Слушай, Лера, так ты... Ты, походу, не Александровна? Амировна. Валерия Амировна. Дочь повелителя. Азиатские.
мозги с завихрениями. Ничего общего. Мамаша себя ничего, крепенькая. В больнице даже удивились, что мы ее хотим туда отдать. А? Свет. Свет, ты чего? Хорошо, если не считать того, что дочь сперла из дома 50 тысяч рублей, сейчас сама неизвестно где. Пока мы с тобой в больнице. Новенькое что-то, да? Вообще такой уже какой-то беспредел в отношениях. Сегодня зарплата была, да? Зачем? Ну, чтобы ты не вопила. Чтобы я что? Ну, чтобы не вопила. Чего так нервничаешь? Переживаешь? Девочке, может, деньги были нужны? Она же не украла у тебя деньги. Она вот взяла, расписку тебе написала, я ей возмещаю. Толь, а ты что, не понимаешь? Речь-то не об этом. Дело в принципе. В каком принципе, Света? Ну, в каком принципе? Что ты себя ведешь как... Толя, давай ты сейчас не будешь меня учить правилам поведения. Хорошо? Ну да. Конечно. Извини. Угу. Прости. Толь, не уходи. Я очень в себе не уверена, Толь, очень. До сих пор, несмотря на должность, там, обеспеченность. Все равно. Я среди ночи до сих пор просыпаюсь и с ужасом думаю, где я оставила две громадные сумки с турецким барахлом, которые мне надо чуть свет на рынок отволочь. Ну, нельзя же так все равно самоутверждаться-то, а? За счет тех, кто рядом. На ком же еще? Да вообще не надо. Мы же как звери друг друга становимся. Ходим по лесу, эту кору обдираем и... Рычим, о, я большой, сильный, а ты давай уходи отсюда. Иди, здесь моя территория. Слишком сложно для меня. Ну, а я все-таки пойду. А ты давай, пожалуйста, отдохни спокойно, выспись без этих снов про барахолку. Вернешься? Ну?
Тапочки оставлю. Иди. Парень, рот прикрой, язык прикусишь. Да ты не только красивая, да еще и заботливая. Да, счастье было совсем рядом, а я, дурак, проспал весь полет. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершает посадку в аэропорту города Алматы. Температура воздуха за бортом плюс 26 градусов. Просьба не вставать со своих мест до полной остановки самолета. Спасибо. Привет, бабуль. Ну как ты? Все, отлично, отдыхай тогда. Да. Слушай, ты маме пока не говори, где я, хорошо? Только сама знаешь, что я уехала по твоему поручению. Да. Все, целую. Пока. Правда, у нас много общего? Вы налегке, я налегке. Люди, не обремененные багажом. И что с того? Ну, хотел позволить вас подвезти в такую жару. Кстати, вон моя машина на VIP-парковке. А это кто? Типа охрана? Ну, можно и так сказать. Нет, спасибо, не надо. А что в этом такого? Слишком много понтов. Я лучше на такси. Вы свободны? Не только заботливая, но еще и гордая. Вот этот дом, который тебе нужен. Спасибо. Не можете понять, я из Питера приехала, из Питера. Да я видел паспорт, видел, что вы из Петербурга, хоть из Петербурга, хоть из Лос-Анджелеса. Можете понять, рано еще, здесь почти никого нет. Даже бюро пропусков еще закрыто. Пройдите, пожалуйста, вон туда, иначе мне придется отвезти вас под руки. Странная девушка, она пыталась пройти, а... Моя фамилия Рекунова. Это вам о чем-то говорит? Допустим. Можно вас на минутку? Да, конечно. Оставьте нас. Слушай, что вы хотели? Просто хотел с вами познакомиться. Давайте знакомиться. Только я не звезда шоу-бизнеса. С чего вдруг? Ну, я боюсь, что я ваша дочь, Амир Баятович. Или можно просто Амир? Или папа? Звучит интригующе. Как вас зовут? Валерия. Оказалось, что Ибн Амировна. Вот что, Валерия, я сейчас закончу кое-какие свои дела, и потом мы с вами спокойно обо всем поговорим. Проводите девушку в гостевую комнату. Кес, идем со мной. Запомнил. Валерия Рекунова. Запомнил. А дальше? Сейчас же влезь во всевозможные социальные сети и прочие радости СРУ. Все, что есть на это имя. Только не перепутай.
Год рождения 92 или 93. Из Санкт-Петербурга. Короче, все, что возможно. Так, может быть, это отдел безопасности поручить? Не надо никаких отделов. Вопрос очень деликатный. Понял? Только ты и только мне. Мать этой девушки гипотетически зовут Светой. А, ну да. Очень редкое гипотетическое имя. Выполняй, комментатор. А я бы на твоем месте все-таки подключил безопасность. Вдруг это подстава? Чем выше зарплата, тем больше паранойи. Короче, через 20 минут, чтобы резюме было у меня на мониторе. И вообще, где весь секретариат? А у нормальных людей рабочий день с 9. Извини, разбудил. Сканируешь? Не без этого. Присматриваюсь. Ну, правильно. Персональные данные проверил уже, наверное? Формально все совпадает. Конечно, сейчас каждый за минуту может узнать о каждом. Да. Бог превратился в общедоступный вселенский сервер. И почему тебе не написать было прежде на мой электронный адрес или не позвонить? Ну, сообщить о том, что ты существуешь на этом свете. Но знаешь, иногда, когда контакты перестают работать, нужно приехать, проверить все самому. Вот я приехала. Извини, если напугала. Да вообще-то я пуганый. А я вот только-только испугалась. Чего? В жизни. Когда я поняла, что нужно приспосабливаться к вашим условиям. Все убедительно. И не по возрасту философски. Ну да. Просто у нас с мамой особенно не пофилософствуешь, она женщина приземленная, вся в быту, в проблемах. Захотелось собеседника. В идеале отца, конечно. Ну ладно, извини, больше не буду. А вот это что такое? М? Золото. Золото? Что, сам добыл? Ну, не совсем. Наша компания. Слушай, давай поехали отсюда, пока меня снова не задергали. Ты что, боишься, что я украду твое золото? Да бери. Нет, спасибо. Таскать с собой неудобно. Ну что, поехали? Вполне современный город. Южная столица. Так Алматы называют. Я себе геологов немного по-другому представляла. Какие? Ну, не знаю, по крайней мере. И в костюмах от Армани. У нас, когда дедушка умер, мы в его столе нашли заначку еще со времен, когда он курил. Там 5 пачек сигарет без фильтров. Название, кажется, «Памир». И там на обложке был изображен нищий, то ли с клюкой в руке, то ли с киркой. В общем, именно так я себе и представляла геолога. Была я нищета с киркой. Дедушка Саша? Александр Георгиевич, если не ошибаюсь. Да, он самый. Это, кстати, вот дедушка тебя подставил перед мамой. Он сказал, что ты женат и с детишками, представляешь? Его понять можно, и маму тоже. А я, получается, как полный идиот вел себя. Ой, дурак. 3 минуты спокойного разговора хватило. И что бы было? Другая жизнь была бы.
Мне кажется, ты и этой жизни особо не обижу. Ладно, поехали. Есть хочешь, Валерия? Ой, я бы не отказалась. Ага. Ну, спасибо. Чересчур красив на вид. Надеюсь, будет не просто красиво, но и вкусно. А это что такое? А это бешбармак. Бешбармак? Да. Это? Национальное казахское блюдо. А это борусаки. Борусаки? Очень вкусно. Попробуй. Как тебе первое блюдо? Понравилось? Да, очень вкусно. Заметьте, полезно и вкусно. Не мешай, дорогой. Айсулу, садись. Кушать будешь? Ни малейшего аппетита. Что-то новенькое. Что новенькое? Я смотрю, Амир, тебя совсем на юных потянула. Не рановато ли? Ну, знаете, совсем это когда лет 16. Мне уже вот-вот будет два десятка. Хорошо сохранила, значит. Выглядишь на 16. Познакомьтесь, Лера, это Айсулу. А это моя дочь Валерия. Еще одна новость. И откуда у нас появилась дочь? Дочь появилась из Петербурга. А вы бы предпочли сына? Я бы предпочла, чтобы вообще никто и ниоткуда не появлялся. Прошу прощения. Ну, знаете, так не бывает никто и ниоткуда. При тесном общении двух людей, как правило, появляется кто-то третий. Не морочь мне голову тесными общениями. Или это такая легенда, импровизация? Слушай, Амир, ты это только что все придумал, чтобы так оригинально отмазаться. Ревнует. Совершенно верно. Слушай, Амир, можно тебя на минуту? А что ж ты ни разу словом не обмолвился про дочь? Сам только что узнал. И как? Ну, просто она возникла и сказала. И ты тоже просто вот так вот поверил ей на слово, да? Но. Потрясающая наивность. Слушай, Амир, а вдруг она аферистка какая-нибудь? Разводит тебя как лоха. Ну хорошо, она аферистка, я лох. Это все? Все. Совсем все. Слушай, когда с тебя снимут последние штаны, звони. Просто проклятие какое-то. Четвертая кандидатка в жены и... Не получается любовь? Да хоть плачь. Один раз точно получилось. С твоей мамой. Коротко и глупо. А больше никак. Ни разу не попал. Все мимо. Да ладно, не переживай. Какие наши годы? Ты действительно моя? Ну, хочешь, можем сделать генетический анализ. Зачем? Ну, я тоже думаю, что незачем. Просто я тебя ничего не хочу, мне от тебя ничего не надо. Просто как факт существования. Это же ценность, да? Потому что близких не хватает. Мать замужем? Собирается. Нашла после долгих поисков из ряда вон? Какой там из ряда вон? Ничего особенного. Пойдем. Официант, счет. Слушай, давай только сейчас заедем в авиакассу, купим билет обратно. Либо на вечер, либо на ночь. Зачем? Ну как зачем? Я обозначила свое присутствие, поняла, что ты есть, ты понял, что есть я. Пора домой. Там тебя ждут?
Ну, по крайней мере, один человек точно. Так не пойдет. Здесь у тебя тоже есть дом. Похоже на дворец. Не преувеличивай. Как у вас с деньгами? У нас хватает. А то все же я оказался должником. Алименты за много, много лет. Ничего, перечисли в какой-нибудь фонд. Будь добра, не хами отцу. Я постараюсь. Мама? Здравствуй. Здравствуй, сынок. Здравствуй. Да, ты как здесь? Да, меня Жангир привез. Мама, я тебе хочу познакомить. Не надо знакомить. Так это моя внучка. Мама, ну откуда ты все знаешь? Что, Киас позвонил? Нет. Был у меня сон. Добрый день. Здравствуй. Меня зовут бабушка Гульнара. Меня зовут Валерия, очень приятно. Вот у моего сына такой большой-большой дом. Со всякими прибамбасами, дорогой мебелью. А дом совсем пустой-пустой. Даст Бог, оживет. Дядя Амир, бассейн давно пора помыть. Опа! Но это уже судьба. Это мой племянник Жангир. Валерия. Привет. Ну что, остолбенел? Приглашай гостей в дом. Да, конечно. Дядя Амир, ну вы вроде сегодня гостей-то не ждали. Тем более таких. Ну, получается, дождался. Что, завидуешь? Да нет. Но отбить могу. Не выйдет. Ладно, гости, проходи. Вот. А теперь я тебе покажу самое главное место, где собирается вся наша семья. Вот. Вот это стол у вас. Да, едва-едва хватает, когда вся семья собирается. Так выйдет или не выйдет? Что? Ну, если отбить попробую. Ой, едва ли. Ну, а чего ты? Сразу же было видно, что я тебе понравился. Да по глазам было видно. Вот ты меня сразу наповал. Ну, честно, первый раз со мной такое. Сразу было понятно, что вот он, мой родной человек. В том-то и дело, что родной. Правда? Да, и ты мне тоже. Ну, скорее, даже не родной, а двоюродный. Не понял. Я дочь твоего дяди. Лера, где ты, внученька? В обеда. Кузина. Кузина. Иду, бабушка Гульнара. Теперь понял. Это факт? Поверь на слово. Блин, дядя Амир, а? Такая девушка.
Ничего, другую найдешь. Да уж, другую. А зачем она вообще приехала? Че ей надо? Да ничего. Просто хотела убедиться в моем существовании. И, пожалуйста, не задавай никаких вопросов, а? Как и почему все так? А то впереди у меня еще бабушкин допрос с пристрастием. Да, бабушка тебя расколет. Не сомневаюсь. Точно. Ну, хотя бы город я могу показать своей сестренке? Сегодня уже поздно. Ну, завтра? Ну, если Лера захочет. Кстати, завтра мне нужно будет с утра на фирме. А потом я могу к вам присоединиться. Хорошо, договорились. Ну, давай, пока. Ну, я пока никуда не собираюсь уходить. Сейчас еще папа с мамой должны приехать. Зачем? Ну, всем интересно посмотреть на вашу дочку. Дядя Амир, это не я. Эта бабушка уже успела всем позвонить. Лерка. Лер! Ну, кто еще? Анатолий, понятное дело. Слушай, а она в ванной сейчас. Ты-то где? Не, подожди, как неважно, она дергается. Вот я нашла. Чистый шелк. Видишь? Померь. В штанах ходить очень жарко. Красота? Угу. Так, я быстро. Конечно. Девица сразу на выдане. Была бы маленькая. Потючухаться, потискать. Ты с кем беседуешь? Сама с собой. Старым можно. Ну, кто здесь старый, мам? Ну-ка, ну-ка, садись. Я хочу сказать. Мама, не сейчас. Извини. А? Кто-то должен заняться столом. И Тимир уже в курсе непонятным образом. Значит, семейный стол будет. В полном составе. Не в полном. Моего нет. А вот как мать зовут девочки? Светлана ее зовут. Вот и Светланы нет. Ты представляешь, Лерка звонила только что. Лера? Откуда? Да, я без понятия, я трубку бросила. Да. Алло. А кто это? Я, Амир. Амир? Не узнала. А ты где сам? Дома. В Алматы. А я ничего не понимаю сейчас. Я же Лере звоню. Она тоже здесь. Душ принимает. А! То есть в Алматы помыться заехала, да? А почему бы нет? Реки текут, вода есть. Слушай. Ты за девочку не волнуйся. Нет, я не волнуюсь. Да. Нет, ну чего волноваться, не грудничок же с крыльца скатился. Как она там оказалась? Кажется, по интернету отыскала. Ну, для этого надо знать хотя бы фамилию отца. А отцу надо было знать имя дочери. И давным-давно надо было. Давай не начинай сейчас, ладно? Ладно, не буду. Говорит, что скоро возвращается. Завтра или послезавтра. Mm-hmm. Ну, скажи ей, чтобы она мне позвонила сразу, как она точно будет знать. И еще скажи ей, чтобы она не смела телефон отключать. Mm. Приказывать не имею морального права. Добренький, да? Вроде не злой. А ты какая? Я злая, скорее всего.
Наговариваешь. А, скажи лучше, что у вас сейчас там происходит? Лето сейчас происходит, скоро вечер. А у нас в Питере белые ночи. Помнишь? Помню. Как забыть? Опять не совпадаем. Да уж, это точно. Ну и кто это был? Ну а с кем ты разговаривала? Да, я разговаривала. Я знаю, с кем. Амир. Отец Леры. Я так и понял. У тебя даже лицо прояснилось. Разве? Ага. Так что я пойду. Совсем пойду. Куда? Куда? К себе. Свет, ты пойми, эта история с женитьбой, она вся какая-то фальшивая. Не, я понимаю, одно дело быть твоим любовником, а женитьба, замуж, это всерьез, а для тебя это не всерьез. У тебя это игра, твоя игра. Ну, а что ж ты мне тогда подыгрывал, если ты такой честный? Ну, честный? Тому и подыгрывал. А кто же такого откажется? Женщина молодая, красивая. Потом мне же надо еще как-то в Питере зацепиться окончательно. Голову, значит, мне дурил? Не, я не дурил. Ты сама себе дурила. Я сейчас, когда глаза твои увидел, я так сразу все и понял. Что? Я не герой твоего романа. Вот тот мужик, Амир, ну, отец Леркин, он да. Он герой. Ты что думаешь, я ничего не вижу? Ты сейчас за 2 минуты телефонного разговора ты помолодела 10 лет. С ним было когда-то. Больше никогда ничего не будет. Это очень давняя история. Это живая история. Для тебя живая. Свет, я ж тебе нужен, чтобы только эту историю заткнуть. А я так не могу. Ты очень хороший, Толь. Иди с Богом. Лера, это любимое лакомство дедушки. Жаль, что его сейчас с нами нет. В семье не без сумасшедшего. Мама. Разве не так? Как зима наш старик, дед? Как дремучий пенсионер? Лекарства по полной программе. А как сезон? Хит. В поле на раскопке резвым козликом. Как его терпят в этой археологической экспедиции? Просто не понимаю. Мам! Лучше вон водить научился. На рынок ездить. Я тебе сколько раз машину с шофером предлагал, мам? Всю жизнь обходились не в баре. А держать человека под окном – это просто неудобно. Ой, Лерочка, не соскучала? Нет, вы что, мне хорошо, весело и тепло, да. Ах, если была бы моя старшая дочка с семьей, которая живет в Астане, она бы задала веселье. Обожает частушки. Помнишь, Лер? Неприличных. Амир, вино давно выдыхается. Да. Скажи тост. Да. Да у меня все тосты короткие. Совсем не восточный. Говори, сынок, как можешь.
сегодня даже я выпью. Ну, тогда давайте. Чтобы мы находили не только геологические залежи или там исторические ценности, чтобы мы умели находить друг друга. Правда, Лера? Чтобы мы умели прощать друг друга. И не только взрослые младших, но и наоборот. И чтобы за этим столом никогда бы не было тесно для всей нашей семьи. Айда, товарищ. За сказанное? Да, за сказанное. А как сказано? Простите, я отойду. Лер, а у вас за праздничным столом сколько человек собирается? Ой, я как-то не считала. У нас все порознь. Как порознь? Мара, оставь девочку в покое. Ладно. Аягымна барада, ызгар өтеп, сәулем ай. Лера, с тобой все в порядке? Все нормально? Еда слишком жирная. Прости, нас так готовят. Просто нужно привыкнуть. Да нет, ты не понял. Все отлично. Даже слишком хорошо. Как это слишком? Ну, так хорошо, что даже не бывает так. Просто я такого никогда не чувствовала. У вас такая большая семья. Все такие дружные. У вас какой-то оазис любви прямо тут. А по-моему, так и должно быть всегда. Ты очень хорошо сказала. Да. Семья – это твой оазис. Это такое место на земле, где тебя всегда примут таким, каков ты есть. И будут любить. Всегда. Спасибо тебе за это, пап. Красиво, да? Нравится? Красота. Прям голова кружится. Да. Так, стоп. Извини. Ничего не могу с собой поделать. Тянет. Можешь. Мы брат и сестра, это же очевидно. Ну хорошо, ладно. Я брат, а не парень. А вдруг это ошибка? Что? Ну, вдруг вы с Амиром не родственники? Ты как маленький обиженный мальчик. Нет, Лер, ты все-таки скажи. Если отбросить наше родство, кого бы ты выбрала? Этого своего Ваньку или меня? Давай об этом не будем, хорошо? Он что, такой красивый, что ли? Ты красивей. Богатый, значит. Ничего своего у него нет. Сильнее, значит. Тогда почему, а? Ну,
Он совсем другой, просто, понимаешь? Зануда. Бесит, выводит меня. Вот я сейчас уехала и думаю, что ему там без меня не очень. И занудства его не хватает. Какой-то наивности. Ваня родной, наверное. Слушай, я прямо сейчас это поняла. Ваня, оказывается, родной. Да. Спасибо тебе за это открытие. Да не за что. Но только ты учти. Если это индийское кино лопнет с папой Амиром, я оставлю за собой право на борьбу. Хорошо, это льстит, спасибо. А поцелуйчик невинный? Хорошенького понемножку. Пойдем. Все, с текучкой разделался. Кофе, чай будешь? Нет, спасибо. Вот, последнее от индусов предложение пришло. Сегодня в 12:30 рейс в Нью-Дели. Надо лететь. Вот и лети. Они требуют тебя, Амир. Не получится, занят. Чем? Личная жизнь. Да ты что? То есть как? Элементарно. На производстве горят несчастные люди. А я был очень несчастный. Ты? Да. Надо как-то это разрулить. И вообще, сколько можно зарабатывать, а? И зачем? Амир, зарабатывать нужно, чтобы зарабатывать. Не, я не врубаюсь. И что же вместо Индии? А вместо Индии достопримечательности Алматы вместе с дочерью и племянником. Они звонили, подъезжают. Ты что, совсем что ли? Чего я? Сделку провалим, да Амир. Да пусть все валится. Ну можешь ты хоть раз в жизни обрадовать несчастных англичан, а? Нет, я скорее застрелюсь. Пистолет доложить? Не надо. Пистолет свой имеется. Вот теперь я спокоен. И даже уверен, без меня ты отлично справишься. Да. Клиника. Нет, Киас. Жизнь. Жизнь во всем ее многообразии. Ну, давай. Держи монету. Держи. Давай. Теперь закрывай глаза, загадывай желание и бросай туда. Обязательно сбудется. Да? А ты откуда знаешь? Проверенным опытом. Давай. Бросай. Пойдем. Как? Сбылось или не сбылось? Пойдем. Пойдем.
Пойдем, сейчас уже дядя подъедет. А ты в ту сторону посмотри. Вау. Вон, на кожуху. Мы там были сегодня. Ага. На смотровой площадке у фонтана. А вот тебе вышка. Совсем рядом. Самое высокое сооружение в Алматы. И каток Медео. Мы туда обязательно поедем. Может, нас сфотографировать? Слушай, давайте заберись. Давайте. А я вас сейчас сфотографирую. Так, давайте. Все вместе. Улыбаемся. Улыбаемся. Отлично. Сейчас, сейчас. Ой. Лера! Лера! Что с тобой, Лера? Так, где? Алло! Алло, скорая помощь! Ребят, ну чего меня пристегнули? Я же не сумасшедшая. Нет? Лежи и не дергайся. Там сумка моя осталась. Твоя сумка у меня. Фамильные драгоценности тоже. Нет, это уже похоже на похищение человека, неправда. Едем в первую. Первым иногородних не волнуйтесь, примут. Я только что с главной переговорил. Под вашу ответственность. Хорошо, давай. Нормально. Кровь взяли, УЗИ сделали. Ну, конечно, головокружение, обморок, тошнота, железодефицитная элементарная анемия, артериальная гипотония. Все симптомы. Симптомы чего, Влад? Симптомы беременности. Четвертая, пятая неделя. Опа. Жангирчик, влип, подруга. Дочь. Дочка моя. Когда ты успел дочке-то обзавестись? Папаша. А что такого? Технология несложная. И вдруг явился полностью готовый ребенок. Который уже и сам беременный, готовится стать матерью. Ладно, до завтра я твою красавицу подержу. Нам нужно ее обследовать. Это нужно? Береженого Бог бережет, Амир. Палата какая? Палата люкс. Но тебе это станет в копеечку. Будь готов. Без проблем. Дядя Влад, можно вас на секундочку? Так, последняя манипуляция на сегодня. И отдыхай. Что, опять кровь брать, что ли? Уже изо всех мест. Да нет. Мазок сейчас изо рта. Открой-ка. А что за анализ? Тебе не все равно. Только что Владислав Федорович назначение сделал. Анализ на ДНК. Ну-ка, открой. Не напрягайся так. Тебе же не больно. В твоем положении напрягаться нельзя. Вот и все. Но ведь это что, тест на родство, что ли? Наше дело маленькое. Тест, не тест. Спокойной ночи. Если что, кнопочка вон. Скажите, где мои вещи, пожалуйста. Все в этом шкафу. Я отцу ничего не говорила.
хоть он и звонил из своей чертовой экспедиции. Как чувствовала, про внучки не сказала, а теперь уж нарисовался правнук. Вернется живой, ошарашу старика. Мам, ну почему правнук? А может, правнучка? На таком сроке пол ребенка не определяется. Это вашими инструментами не определяется, а у меня свой. Я все знаю. Скажешь, опять свой сон видела? А что плохого от моего сна? Да, Владислав? Нет, погоди, ты про психологический синдром на ранней стадии мне не рассказывай. Что конкретно? Как сбежала? Куда? Лера сбежала из больницы. Алло, Лера. Да. Зачем ты сбежала из больницы? В таком состоянии. Потому что, блин, у беременных женщин реакция обостренная. Что случилось? Кто тебя обидел? А ты обидел. Воспользовался беспомощностью. Ведь человек беспомощный, почему бы его не проверить? Может быть, он все врет? Может быть, он хочет воспользоваться твоими капиталами, несметными богатствами? Я сама этот тест на ДНК предлагала для твоего же спокойствия. Какой тест на ДНК? Это просто подлянка какая-то мелочная, гнусная вообще. Лера, остановись. Ты тяжело дышишь, а я тебя не понимаю. Все, счастливо оставаться. Я опаздываю на самолет. Зачем ему это понадобилось? В чем убедиться? Кто кому родня, кто нет? Идиот. Вот молодой идиот. Девушка, рейс 802. Регистрация закончилась. Следующий рейс только через час. Вань, привет. А я в Питере. Да. Ну как, что звонил? Просто убедиться, что ты еще существуешь на этом свете. Да. Слушай, я тебе перезвоню, хорошо? Давай. Привет. Привет. Ну и чего ты тут сидишь, мерзнешь? Почему ты домой не идешь? Я жду, пока вы с Толиком убудете на службу. Толика больше нет. А куда дело? В отставку отправила или убила? Да нет. Живой. Сам ушел. Ну, мудрый товарищ, что? Вовремя испугался. Не изви. Я волновалась за тебя. Стареешь, мам. Лер, я же просила, не изви. Хорошо, больше не буду. Ну, как он? Отец твой. Он как кусок золота в шкафу. Просто лежит, пылится без дела. И с бабами у него большая напряженка. Да ладно. Почему? Алчный – это раз. А два – это… Он, наверное, как мой Ванька, моногамист.
Что, свободные места на рейсе после меня, да, Мирбоятович? Человек со своими тапочками. Похвально. Ну, просто как из дома выскочил, так и... Лера, я не знал ни про какой анализ. А Жангир просто никак не мог смириться и... Так это сделал Жангир? Тогда извини. Поступила просто в духе своих родителей. А вы, простите, о чем сейчас? Да просто так. Кстати, можно присесть? Садись, пожалуйста, не жалко. Да. А мне жалко. Как говорил классик, за бесцельно прожитые годы. Слушайте, у меня вот сейчас вот возникла вполне прагматичная идея. У нашей мамы ведь в ЗАГСе назначена регистрация. Да, я помню, ты говорила. Да. Ну, просто жениха больше нет. Если поменять фамилию, то всего делов. Ну, просто деньги заплачены, чего зря пропадать. Хорошая идея. Ну, в самом деле. Зачем же пропадать? Нет, а я не понимаю. Вот ты чего суетишься? Тебе какой интерес? Мне какой интерес? Угу. Мне вполне прямой интерес. Называется полноценная семья. А-а-а. Ну да. Ладно, не буду вам мешать. Баркуйте. Ну что, постарела? Да нет. Какой была, такой и осталась. Бездну времени потеряли. Дураки. А Лерка взяла и за два дня свела. Ну так, психолог? Психолог. Видела. Ты вообще как? Да как? Вчера из клиники выписали. Маманька сюда привезла. Говорит, будешь теперь при мне. А ты как? Да. Сейчас. Привет. Привет. Ваня, бабушка. Здрасте. Иван. Здравствуйте. Тамара Михайловна. Ну и пойду я. Опять в окошко кино досматривать. Не буду мешать. Спасибо тебе, Лер. Умереть теперь не страшно. Ба! Что ба? Шучу. Ладно, пока. Знаешь, я рада, что ты пришел. Мне нужно с тобой поговорить. Сядь, пожалуйста. Сейчас ничего не говори, хорошо? Мне просто нужно тебе сказать, чтобы тебе мозги не морочил потом никто. В общем, я буду рожать. Но еще не скоро, через 8 месяцев, и буду рожать обязательно, потому что в момент зачатия я тебя очень сильно любила, и в конце концов должен получиться плод любви. Что получится? Плод любви. Не понимаешь, что это такое, нет? Ну, наверное, ребенок. Ребенок. Ну, я от тебя ничего не требую. У ребенка будет все, что нужно, и дедушка у него вполне состоятельный такой, и родни много, в общем. Лер, я против.
Но это неправильно. Что? Ну, во-первых, у ребенка должен в первую очередь быть отец. То есть я. Ты? Ну да, а что такое? Да нет, все нормально. Целоваться будем? Может, и будем.